Мы сегодня снова играем в квиз. Игра интересная. До сих пор продолжается новогодняя тематика, поэтому очень-очень интересные вопросы. Валя, почему ты любишь играть в квиз? Мне нужна зарядка для мозгов. А, то есть ты переключаешься, да? Угу. Ирина, ты почему приходишь играть? Санат, зачем ты приезжаешь играть в квиз? Проверить свои знания. Принесли подарочек, подарочек, принесли подарочек, подарочек, мама, мама. Оу! Это у нас Дэн. Дэн? Просто у меня приятельница знакомая очень хорошая. Вот она делает такие конфетки. Вот принесла мне попробовать конфеты. Попробую, скажу, понравились или нет. Смотрим сейчас наборчик. Девчонкам понравилось. Как оформлен? Оформлен. Здесь открыточка, можно написать пожелание какое-то еще. Есть современные, да. Очень крафтовые. Вот крафтовые, да, сейчас такие. У меня и порошки. Очень достойно, красиво. Ты мне подарок принесла. А ты что хочешь делать? А вот тут у меня вопросы стали задавать. А что такое берешь, вот такой вот QR-кодик, заходишь, и там все вопросы, все ответы. Так, нам нужно сейчас, быстро. Да, прямо сейчас. Вот спрашиваю, где это делают? Ну что ж, дорогие друзья, будем потихонечку, да, возвращаться. Здесь Ленина 31. Сначала. Ленина 31. Что это такое? Это конфеты «Лесной орех» и десерт. Если что-то, YouTube не будет. Холодок «Альпийских гор» с ананасиком. Из чего это? В итоге, если вы понимаете, что где-то там 100 баллов не хватает, подошли. Какао-продукты. Ну и «Лесной орех», понятно, что это там «Лесной орех». Фундук. Все. Без сахара, без выпекания. Вкусняшки, полезняшки. Следующий, так? Да. Мне интересно, сколько это стоит. Это стоит вот этот наборчик. Я даже специально сейчас посчитала. 750 рублей. 750 рублей. Совсем ничего. Совсем ничего, потому что если сравнить магазинский и вот этот. А у нас музыкальный конкурс. Да, соответственно. А я люблю музыкальные конкурсы. Номер этой картинки в ответе. Белоруссия, песня, да, туман. Отгадываем, какой картинке? Троечку написали, да. Да. А если пламя? Это переводится. Это не пламя, точно. Пламя точно. Белоруссия. Так а зачем? Зачем? Нам надо номер картинки написать. Это не аквариум. Ага. Но. Мы пока на каком месте, получается? Раз, два, три. Зафиксировали. Идем. Шестое. На шестом месте мы пока идем. Да. А вот мы так поиграли сегодня. Да. Мы так... Первое, что было, да, это брошено было. Влад, зачем ты ходишь играть в квиз? Дома делать нечего. А еще есть варианты? Мне нравится так. Зачем вы ходите играть в квиз? Зачем? Вы правильно смеетесь? Я не хожу, меня жена водит. Я не хожу, меня привозят. Приводят или приносят? Приносят, приводят, приносят. Но не хожу. А это наши муки мозга. Мы сегодня всю игру шли в середине. Ну, а кто не рискует, тот пьет шампанское. И поэтому вам нужно шампанское. Последнее место занял тому приз всегда. Ой-ой-ой, шампанского лишили. Команда игристая. Пятое место заняли всего. Девятое. Спустились, да, были на шестом. Середина, потому что на девятое. 61 балл. Оп, в финале 24. Команда Синдикат сегодня на восьмом месте. Девчонки, у кого есть? Девчонки, да. Подарок от импровиса. Да. Итак.